Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу сделать для вас небольшой обзор модели в 48-м масштабе. Модель танка Т-90. Выпускает китайская фирма. В такой небольшой коробочке. На коробке нарисован сам танк. Вроде бы все красиво. На обратной стороне коробки нарисована, видно, продукция и модели, какие выпускает данная фирма в 48-м масштабе. Коробка вроде и крепкая, но при пересылке некоторые детали поотлетали с литников. Боковая загрузка и выгрузка, что не очень удобно. И в наборе ничего тут не потерял. Несколько литников, а точнее три литника с пластиковыми деталями. Ну, рассмотрим литник номер один. Особо ничего примечательного. Деталей, как видите, не очень много. Рельефа на башне не видно. В принципе, что ожидать от 48-го масштаба. Литник номер два. Какая-то пародия на катки танка. Внутри катков видны труднодоступные следы от толкателей, которые неизвестно как оттуда удалить. Если и делать, то делать с ними и особо не заморачиваться. Конечно же, если смотреть о копийности, тут ни о какой копийности речь не ведется. Ну а как сделать игрушку детям или начинающим моделистам раннего возраста купить в подарок, то, я думаю, данный набор может быть и подойдет для начального уровня. Ну, чем интересна эта модель для детей? Тем, что она с электромоторчиком. Виниловые гусеницы, которые даже не похожи на гусеницы, простые резинки. Пакетик клеем, электродвигателем, ну и детали, клеммы для элементов питания и шестереночки. И вот такая вот инструкция. Все довольно просто и легко. Вот, как я говорил, детали поотлетали с литников. И вот какая-то пародия, скорее всего, на декаль. Даже не видно, что на ней нарисовано. Ну, друзья, вот такой вот обзорчик модели в 48-м масштабе. Как видите,
Ничего примечательного в нем нету. И если, я думаю, будет покупать его моделист со стажем, то ничего интересного в нем он не найдет. Сделаю сейчас фотографии. Там будет все намного лучше видно. Спасибо, друзья, за просмотр. Может быть, надеюсь, кому-то помог в выборе. Кто давно хотел купить, но не знал, что внутри этих коробочек. Все, друзья, всех благ вам, вашим близким и до новых встреч!